конфликт между Обамой и Путиным рассматривать в личностном плане невозможно, потому что Обама – это суть проходящая или приходящая, а президент России – это вечно. Поэтому здесь не может быть никакого конфликта. Здесь есть постоянный участник мировых, общемировых процессов и человек, который на короткий срок был избран и больше никогда не будет избран в Соединенных Штатах Америки. Это неравнозначные фигуры для диалога, уж тем более для того, чтобы конкурировать между собой.